Едиными организаторами государственных закупок по области в 2022 году организованы и подведены итоги 329 конкурсов государственных закупок. Подавляющее большинство проведения строительно-монтажных работ, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, объектов образования, медицинских объектов, объектов культуры и строительства инфраструктуры. Об этом сообщили в ходе брифинга. В соответствии с постановлением областного акимата от 16 июня 2020 года единым организатором закупок по области назначено Управление государственных закупок. По проведенным закупкам выявлено 107 подрядчиков. В регионе зарегистрировано 74 подрядчика. Всего с начала года в результате проведенных госзакупок сэкономлено 3,2 миллиарда тенге. Как известно, государственные закупки регулируются законом, имеют строгие правила, длительный процесс между заказчиком и потенциальным поставщиком. Поэтому для его максимальной оптимизации приняты следующие меры. Проводится обсуждение проекта конкурсной документации, есть возможность корректировать конкурсную заявку в соответствии с требованиями протокола предварительных итогов. Предусмотрены этапы, позволяющие в случае несогласия с решением конкурсной комиссии обратиться в уполномоченный орган. Государственные закупки через электронный магазин проводятся на однородные товары общей стоимостью не более 4000 МРП. Кулеш Умурзакова, Дана Самат, Ислам Кудиарбек, 77 News.